И в завершении программы сообщений Смоленской епархии. В областной библиотеке имени Твардовского состоялась презентация православного литературно-художественного и публицистического альманаха «Свет Адигитрии». Подробнее о новом издательском проекте в сюжете наших коллег. «Альманах» – творческий проект Смоленского областного объединения православных писателей, издан по благословению митрополита Смоленского и Дорогобужского Исидора и является результатом деятельности объединения за последние 3 года. В зале собрались смоленские писатели и поэты, гости из других городов, духовенство Смоленской епархии, педагоги, учащиеся смоленских вузов, деятели культуры, молодежь. Творческую встречу провели председатель Смоленского отделения Союза писателей России Олег Дорогань и секретарь Смоленского областного объединения православных писателей Татьяна Харитонова. Открыла церемонию выступление архиерейского хора Свято-Успенского кафедрального собора под управлением Елены Фроловой. Собравшихся приветствовал высокопреосвященнейший митрополит Исидор. Все у Бога не случайно. И то, что здесь присутствует не только ректоры вузов, не только руководители творческих сообществ, но и молодежь, свидетельство тому, что русское слово далеко не чуждо нам, людям, живущим в России. Также отрадно, что мы, имея в виду священнослужителей Русской Православной Церкви, совместно с писателями, поэтами нашего Смоленского региона, вносим, пусть не самый значительный, но все же вклад в русский язык, русское слово, что мы привносим вот этим скромным сборником вот ту лепту, которая, безусловно, очень важна в этой копилке, в этом общем теле, которое мы все именуем русской культурой. Слова приветствия и поздравления с выходом первого номера «Альманаха», а также слова благодарности митрополиту Исидору, который поддержал реализацию проекта, прозвучали от Николая Мажара, Николая Кежинова, Олега Дорогань и протоиерея Михаила Горового. Священное начало нашей церкви ставит задачу перед православными писателями познакомить наше общество с красотой и духовным богатством православия. Писатели призываются свидетельствовать нашему народу о тех христианских ценностях, которые носят вечный и непреходящий характер, и служат формированию среди нашего народа духовности и высоких патриотических чувств. Поэты Евгений Гордеев, Нина Белова, Николай Королев, Вера Суханова, Нина Колобаева читали свои произведения. Украшением вечера стали музыкальные выступления Николая Писаренко, а также сводного хора Смоленского православного регенского и иконописного училища и других исполнителей. Несколько экземпляров альманаха «Свет Адигитрии» были переданы в фонд Смоленской областной библиотеки.